Как играть песню группы «Сектор Газа» «Лирика»? Оригинальная тональность песни «Соль минор». Песня играется в соль миноре, и если что, я об этом знаю, но я буду показывать ее в ми миноре. На это есть несколько причин. Мне нужны открытые струны ре и ля, и плюс мне нужно натуральное флажолето. Если кто хочет играть в соль миноре, как у аутентично, канонично, исконно-посконно, пожалуйста, каподастры на третий лад, и играем то, что я показал. Это будет соль минор. Я показываю проигрыш. Значит, мы зажимаем малые баре на седьмом ладу и играем такую вещь. Бас и вторая одновременно. Потом четвертая, третья, четвертая. Потом первая и опять четвертая, третья, четвертая. Короче, дальше я буду говорить, что я зажимаю, и просто очень медленно играть. Но если я буду рассказывать каждый раз, какую струну дергать, это никакого тиктока не хватит. Смотрите, зажимаем вот такую вещь. Это как бы низ аккорда D. Первая струна на пятой, вторая, третья на седьмом. И вот просто смотрите, я буду играть медленно. Вы глядите внимательно. Далее мы зажимаем вот такую вещь. Я зажимаю полубаре, три струны, указательный пальцы на пятом ладу и четвертую на седьмом. Дергаю пятую открытую и первую. Тоже смотрите вот медленно. Далее здесь. На первой струне третий, седьмой, третий. И со второй чередой бас на шестой струне. Потом вот такую вот D зажимаем. Ох, время выходит. Быстренько показываю. И вот тут флажолет, который мне нужен был. Извиняйте, братцы, очень мало времени, не успеваю. Вот 30 секунд всего лишь осталось. Куплет, если кому надо, покажу во второй части. Ну, в проигрыш, надеюсь, разберетесь. Тут, в принципе, не очень сложно. Всем успехов, пока. Как играть песню группы «Сектор Газа» «Лирика»? Вторая часть разбора. В первом был проигрыш, сейчас куплет, припевы. Перебор я использую восьмерку. Кажется, для «Сектора Газа» это идеальный перебор. Погнали аккорды. Да, я напоминаю, оригинальная тональность была соль минор, но я играю в ми миноре, кому надо, ставьте каподастры на третий лад. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Повторяем, скрипнув сталью, открылась дверь. Ля минор и ми минор, ми минор, ре мажор, ля мажор. Переход на ре и пошел припев. Здесь бы я рекомендовал вот такой бой. Бас, бас, то есть два раза два удара вниз, но не по всем струнам, а только по басовым. Потом по всем вниз. Не сверх. Аккорды припева. Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как девятый скотч. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Те, кто хочет вот этот проигрыш научиться играть, есть первая часть видео, в нем есть этот проигрыш. Всем успехов, пока!